Привет, друзья, с вами я, Михаил Саркели. Главной новостью этой недели, пожалуй, стало включение Евгении Гуцу в санкционный список США как активной пособницы беглого осужденного олигарха Илона Шора и его партии Шор, признанной в Молдове неконституционной, а также участницы попыток незаконного политического вмешательства в политические процессы в нашей стране в интересах Кремля. Санкции включают блокирование любой собственности в Соединенных Штатах, запрет на транзакции, совершаемые с лицами из США, запрет на предоставление или получение средств, товаров или услуг, а также лишение Гуцу права на въезд в США. В лучших традициях путинской России или российской пропаганды шоровцы попытались отреагировать на это и на эту новость в духе «вертели мы ваши санкции». Вертели, не вертели, но из практики мы знаем, что рано или поздно американские санкции начинают вертеть теми, на кого их наложили. В этом мы могли убедиться за 10 лет после того, как на Россию наложили первые санкции за агрессию против Украины. Судя по тому, как, начиная с 2014 года, наши соотечественники, трудовые мигранты, стали активно перебираться из России в Европейский Союз, мы приходим к выводу, что международные санкции работают. Гагаузские гастарбайтеры стали массово перебираться в Европу именно потому, что санкции, наложенные на Россию из-за аннексии Крыма, имели прямой негативный эффект на российскую экономику, что сказалось на доходах молдавских и, в частности, гагаузских гастарбайтеров. Рано или поздно санкции, наложенные на Евгению Гуцул, скажутся и на ней. И, скорее всего, она этого еще не понимает. Но мне, если честно, все равно, как это скажется лично на Евгении Гуцул, и понимает она это или не понимает. В контексте этой новости я хочу поговорить о том, как это скажется на Гагаузии. К сожалению, сегодня Евгений Гуцул занимает должность башка на автономии. И санкции против нее не могут не сказаться на Гагаузии тоже. Дмитрий Константинов, спикер Народного собрания и пособник Шора в Гагаузии, который еще не под санкциями, но я думаю, это вопрос времени, часто вопрошает, почему международные структуры не встречаются с региональными властями, имея в виду, очевидно, себя и Евгению Гуцул. Теперь эти вопросы у Дмитрия Константинова должны отпасть сами по себе, потому что Евгению Гуцул рассматривают как пособницу преступника Шора и инструмент продвижения агрессивной политики Российской Федерации, направленной против Республики Молдова. Теперь у Дмитрия Константинова не должен возникать вопрос, почему гагаузскую делегацию, в том числе депутатов Народного собрания и членов исполкома, пригласили на прием в посольство Турции не вместе со всеми гостями, а после того, как прием окончился и все разошлись. Теперь у примаров, которые не хотят иметь ничего общего с этой бандой, захватившей власть в Гагаузии, есть официальная бумажка, документ, который дает им возможность послать куда подальше Евгения Гуцул и Дмитрия Константинова с их угрозами и давлением. Некоторые примары это уже сделали до того, как поступило сообщение о введении санкций против Евгения Гуцул. Тем, кто еще не послал Евгению Гуцулу, Дмитрия Константинова и всю кодлу Шора из исполкома и Народного собрания, я рекомендую сделать это как можно быстрее, потому что любое появление в компании Евгения Гуцул бросает тень на них и делает их пособниками лиц, попавших под санкции США. Те, кто не настолько отмороженный, чтобы считать санкции США за честь, понимают, о чем я говорю. Любые разговоры и оправдания тем, что примары должны работать со всеми, и особенно с региональной властью, здесь не подходят и не проходят. Потому что Евгения Гуцул и Шоровская банда не работают в интересах Гагаузии. Они используют Гагаузию для укрепления своей власти, обогащения, и используя Гагаузию, и используют Гагаузию против Кишинева. И я говорю это не ради красного словца. Примары прекрасно знают, что происходит с бюджетом Гагаузии с того момента, как власть в Гагаузии захватил Шор. Примари не получают из бюджета Гагаузии ни одной бонуса на развитие своих сел и городов. Шор и его банда препятствуют правительству и международным партнерам вкладывать в Гагаузию, запугивая примаров и не давая примарам возможность привлекать средства из грантов и лишая города и села Гагаузии денег, положенных им по закону. К примеру, кониферма от Пролин Чудерлунги. Правительство выделило на развитие этого объекта 18 миллионов леев. Исполком по закону должен был вложить туда 2 миллиона леев как контрибуцию в этот проект. Но шоровская банда не дает эти деньги. Этими действиями шоровская банда из исполкома поставила кониферму на грань закрытия. В Камрате похожая ситуация с лицеем Минеску.
Лицей имени Ску, слава богу, не на грани закрытия, но примария Камрата вынуждена была взять кредит, чтобы завершить строительство нового корпуса. И примарии Камрата пришлось взять кредит, потому что Шоровский исполком отказался выделять контрибуцию в этот проект, которую обязан был выделить по закону. Поэтому с точки зрения развития городов и сел нет никаких оснований, поводов и причин для примаров встречаться, лобызаться и фотографироваться с Евгением Гуцул, если их, конечно, на это не мотивируют каждый месяц конвертами. А для тех, у кого есть какие-то обязательства перед Гуцул и Шором, настал идеальный шанс разорвать эти соглашения и отказаться от этих обязательств. Потому что, когда эти соглашения заключались, Евгения Гуцул под санкциями не была. А теперь она под санкциями. А это, как говорится, меняет дело. Иными словами, чем больше примары светятся с Евгением Гуцул и с другими членами банды Шора из региональной власти, тем меньше у них шансов привлечь деньги на развитие своих городов и сел. А деньги на ремонт и строительство дорог, ремонт детских садов и школ, домов культуры, строительство канализации, водопроводов, очистных сооружений за последние 30 лет приходили в Гагаузию из бюджета Республики Молдова, Европейского Союза, США и Турции. И небануцы из Российской Федерации. США уже ввели санкции против Евгении Гуцул. С очень большой вероятностью этому примеру последуют Европейский Союз и Великобритания. А Турция, как важный элемент западной архитектуры безопасности в регионе, как правило, тоже следует этим санкциям, без лишнего шума, но присоединяется. Поэтому, господа примары, у вас есть выбор. Либо дистанцироваться от Гуцул и Шора, либо сидеть без проектов и развития сел и городов, и в конце мандата показывать своим избирателям фотографию с Гуцул, когда вас спросят, почему в вашем селе или городе ничего не строилось. Важно понимать, что подобные санкции США и другие международные партнеры вводят не для того, чтобы навредить рядовым гражданам. Подобные санкции, наоборот, вводятся против преступных режимов и грязных политиков для того, чтобы защитить рядовых граждан от возможных негативных последствий деятельности преступных режимов и криминальных группировок, захвативших власть. Если вы еще не осознали последствия от захвата Шором власти в Гагаузии, обратите внимание, к чему пришла Гагаузия за год правления Шора в автономии. Отношения с Кишиневым испорчены, отношения с Европейским Союзом испорчены, даже отношения с Турцией, которая всегда считалась защитницей и покровительницей гагаузов и гагаузской автономии, практически на нуле. И все это происходит, потому что международные партнеры не хотят иметь ничего общего с представителями организованной преступной группировки. Наблюдая за тем, что Шор и его пособники делают с бюджетом Гагаузии, становится совершенно очевидно, что международная помощь не будет идти на благо Гагаузии до тех пор, пока власть в Гагаузии захвачена Шором. Про примарии, которые не получают деньги и на развитие, мы уже говорили. Давайте вспомним, как Шор обошелся с пенсионерами и малоимущими в Гагаузии, сократив компенсации в зимний период с 700 до 400 леев в месяц. Шор фактически украл из карманов уязвимых жителей автономии по 300 леев. Умножьте на 3 месяца и получите 900 леев, которые Шор украл у десятков тысяч жителей Гагаузии. И не надо рассказывать сейчас про эти 2000 леев от российского Промсвязьбанка. Во-первых, не все эти деньги получают и могут получить, а только те, у кого есть смартфон, чтобы установить приложение, и родственники в России, которые могут эти деньги обналичить. А во-вторых, как ни крути, эта помощь незаконна, я имею в виду помощь от Шора через Промсвязьбанк, и люди идут на риск, пытаясь ее получить. А компенсация из бюджета Гагаузии это законная вещь, все получали ее законно, и даже бабушки, у которых нет смартфонов. Разве такого отношения заслужили гагаузы и гагаузские старики, чтобы у них отобрали законные деньги, полагающиеся им из бюджета Гагаузии, и заставляли унижаться ради обещанных вором 2000 леев из России? Новость о том, что Евгения Гуцул включена в санкционные списки США, почему-то не вызвала в Гагаузии никакой реакции. С одной стороны, мы не видим каких-то возмущений и протестов в поддержку Евгения Гуцул и Илона Шора, что, с моей точки зрения, говорит многое об уровне поддержки, которой пользуются эти два индивида в Гагаузии. Никто не устроил протестов перед посольством США в поддержку Гуцул. А ведь еще 2 недели назад сторонники Шора из Гагаузии
не поленились поехать в Кишинев на так называемый протест в день приезда госсекретаря США Энтони Блинкена. Ради Блинкена, значит, потащились за 200 километров, а ради Евгения Гуцул нет? Это что за народная любовь такая? Из чего я делаю вывод, что в Гагаузии Блинкена уважают больше, чем Евгения Гуцул? За деньги Шора, значит, поехали встречать Блинкена, а без денег Шора не поехали защищать Гуцул? А если серьезно, то мы не видели и рефлексии по поводу санкций США в отношении Евгения Гуцул от людей, которые считают себя политической элитой Гагаузии. Я имею в виду рефлексии и рассуждения по этому поводу. США, нравится это кому-то или не нравится, является лидером свободного мира. Частью этого свободного мира является и наша страна. Свободный мир всегда поддерживал Молдову и содействовал нашему развитию. Люди, которые считают себя политической элитой Гагаузии, должны понимать, чем чревато для Гагаузии включение Башкана в санкционный список США. Мы в очередной раз не видим рефлексий и высказываний депутатов Народного собрания и в очередной раз не видим реакции бывших башканов. Неужели им нечего сказать? Или неужели им настолько наплевать на Гагаузию? Если говорить о бывших башканах, по крайней мере последних двух, Михаиле Формузале и Ирине Влах, то они всегда искали поддержки международного сообщества, обращались к международному сообществу за поддержкой, защитой, денежными средствами на развитие. Большие и серьезные инфраструктурные проекты в Гагаузии при Формузале и Ирине Влах реализовывались исключительно при поддержке международных партнеров. Им ли не понимать, что включение первых лиц региона в санкционные списки усложняет доступ автономии к международной поддержке, которая жизненно необходима для развития Гагаузии. А без развития невозможно создание рабочих мест и возвращение тех, кто отсюда уехал. Как мы вернем наших сограждан обратно домой, если мы не можем обеспечить развитие региона? И мы сами своим выбором, своим молчанием и своим бездействием способствуем захвату власти в Гагаузии организованной преступной группой и мешаем международным партнерам помогать нам в развитии нашей автономии. Неужели Михаил Формузал и Ирина Влах не понимают этого? Тогда почему же они молчат? Почему Ирина Влах, как городская сумасшедшая, толкает своим подписчикам в социальных сетях оторванные от реальности идеи, такие как угроза нейтралитету, при этом не говорит о том, что нашему нейтралитету не угрожает Европейский Союз или США, а Россия, которая оккупировала 20% нашей территории. Ирина Влах почему-то находит время комментировать результаты выборов в Европейский парламент, вводя людей в заблуждение по поводу того, что партнеры Майя Санду якобы проиграли выборы в Европарламент, что не соответствует действительности. На самом деле, Европейская народная партия – самая большая группа в Европейском парламенте и сторонница интеграции нашей страны в Европейский Союз, сохранила свой результат. А так называемые евроскептики, якобы победе которых радуется Ирина Влах, так и остались в меньшинстве в Европейском парламенте. При этом Ирина Влах считает недостойным своего внимания комментировать то, что происходит в Гагаузии. Гагаузия уже не интересна Ирине Влах, или Ирина Влах не видит проблем в том, что первые лица Гагаузии включены в санкционные списки главных партнеров Гагаузии по развитию. А может, у Ирины Влах, Шора и Гуцул один хозяин, который сидит в Кремле? И может, поэтому Ирина Влах замечает то, что выгодно Кремлю, и не обращает внимания на то, что Шор творит в Гагаузии? И очень вероятно, что по этой же причине молчит и Формузал. Я хочу сейчас обратиться к жителям Гагаузии, к которым отношусь я. В очередной раз я призываю вас проснуться и посмотреть на все трезво, без эмоций, и попытаться оценить все здраво. Разве вы не видите, что Гагаузия становится изгоем? Люди, которые управляют Гагаузией, буквально стали в один ряд с талибанами и Хамасом. Гагаузия под их руководством становится изгоем для цивилизованного мира. И это произошло буквально меньше, чем через год. Гагаузия осталась одна. С Кишиневым поругались, с Европейским Союзом поругались. Даже с Турцией испортились отношения. Ради чего? Ради кого? Ради беглого преступника, который к Гагаузии никакого отношения не имеет? И ради его куклы с явными признаками умственной отсталости? Ради того, чтобы быть ближе к России? Выйдите в центр вашего села или города, оглянитесь вокруг и найдите хотя бы что-то, что построила Россия за последние 30 лет в вашем селе или городе. И не надо себя обманывать тем, что все в Молдове построил Советский Союз. В Молдове и Гагаузии все построено кровью и потом, трудом
а часто рабским трудом наших родителей, бабушек и дедушек. Каждый, кто работал в Советском Союзе, знает, что колхозы и предприятия Молдовы ежедневно отгружали миллионы тонн продовольствия и товаров для того, чтобы кормить большие города СССР. А молдаване, в том числе и гагаузы, стояли в очередях за товарами первой необходимости, а за докторской колбасой ездили в Кишинев. Что Россия дала Гагаузии за последние 30 лет? Ржавые бобкаты и музыкальные инструменты? Кто-то вспомнит про гуманитарную солярку и пшеницу, которые дали почти 20 лет назад. И дали не Гагаузии и гагаузам, а Фармузалу, чтобы он выиграл выборы. От лояльности гагаузов к России выигрывает только политическая элита или политические проходимцы в Гагаузии, обслуживающие интересы России. Фармузал, который сегодня живет в Германии. Ирина Влах, которая любит одеваться в дорогие западные бренды. Россия уже на протяжении многих лет покупает гагаузов тем, что обещает обеспечить гагаузским предприятиям доступ на российский рынок. А в это время доля гагаузского экспорта в Европейский Союз все растет, а в Россию все уменьшается. И почему-то гагаузские предприятия все никак не попадут на российский рынок. Ни при Фармузале, ни при Ирине Влах, ни при Шоре. Или, может, российский рынок не такой привлекательный, как нам пытаются внушить. Так ради чего гагаузская автономия становится изгоем? Россия постоянно настраивает гагаузов против США и Европейского Союза, против Запада в целом. Ну, давайте посмотрим трезвым взглядом. Что плохого гагаузам сделали США, Европейский Союз и другие западные страны? То, что помогают строить нам дороги, водопроводы и канализацию? То, что ремонтируют наши школы и детские сады и дают деньги на развитие бизнеса? Кто-то может ответить на вопрос, что плохого конкретно гагаузам сделали США и Европейский Союз? Российская пропаганда пытается нам всем внушить, что европейцы дают Гагаузии деньги, потому что очень хотят нас превратить в геев и лесбиян. Но что-то я не слышал, чтобы кто-то из большой гагаузской диаспоры в Европе рассказывал истории о том, что к гагаузам или гагаузским мужчинам там пристают и пытаются обратить их в ЛГБТ, что бы это ни значило. А детям навязывают какие-то нетрадиционные ценности, опять же, что бы это ни значило. Вы слышали такие истории? Я, например, нет. Вернусь к тому же Фармузалу. Он не только сам переехал в Германию, но перевез туда свою семью и своих детей. Если бы ему или его ценностям там что-то угрожало, он туда поехал бы жить? Поэтому не ведитесь вы на эту дешевую, низкопробную российскую пропаганду, которая натравливает гагаузов на молдаван и лишает Гагаузию перспектив развития. Российская пропаганда пытается внушить гагаузам, что они вместе с русскими борются за традиционные православные ценности, и европейскими деньгами их якобы не купить. Про традиционные российские ценности я вам много рассказывать не буду. Почитайте новости про то, как российские силовики применяют изнасилование как метод наказания к заключенным. И не только к заключенным. Или сводки о том, как вернувшиеся с войны в Украине бывшие заключенные насилуют и убивают своих соседей. Ну а насчет сторонников русского мира, примкнувших к Шору, я вообще молчу. Они же примкнули к Шору не за традиционные православные ценности, а ради наживы. Все шоровские крикуны в Гагаузии сидят на зарплате, и бабушки Шора тоже на гонорарах за участие в митингах и встречи в аэропортах. Уже давно идут разговоры, как шоровские сторонники пытаются его же обокрасть. Они, конечно, думают, что самые умные и хитрые, потому что воруют у вора. Но кого вы обманываете? Не обманывайте себя. То, что вы воруете, даже если эти суммы исчисляются десятками тысяч долларов, для него копейки, тем более это не его деньги, а деньги России. И то, что вы воруете у Шора, не идет ни в какое сравнение с тем, чего Гагаузия и гагаузский народ лишаются без поддержки Европейского Союза, США и Турции. Шор уже обманул гагаузов. Он обещал вложить в Гагаузию 500 миллионов евро, построить аэродром, дать газ за 10 леев. Сегодня газ для конечных потребителей в нашей стране стоит 12 леев. Неужели эти 2 лея разницы между реальной ценой, сегодняшней ценой и обещаниями Шора стоили того, чтобы отдать Шору Гагаузию? Шор не вложил в Гагаузию ни бонуци, а получил 1,7 миллиарда леев бюджета автономии, из которых в развитие Гагаузии не вкладывает ничего. Обещал вложить, а на самом деле забрал весь гагаузский бюджет. Так ради чего гагаузы противопоставляют себя всему цивилизованному миру, лишая себя и своих детей перспектив развития? Ради интересов Шора и интересов Путина,
которая Гагаузию только использует и ничего в нее не вкладывает? Ради защиты каких-то ценностей, которым ничего не угрожает? Ради чего мы, гагаузы, проглотили это национальное унижение в виде шоровской куклы с признаками умственной отсталости в кресле Башкана? Сам факт того, что она заявила о том, что хочет стать башканом, уже оскорбление для гагаузов. Но гагаузы это даже не заметили, потому что ее поддержала Россия. Неужели гагаузов устраивает то, что эта женщина, которая не может связать и двух слов, представляет гагаузов как народ? И то, что она встречается с Путиным, не меняет сути дела. Это скорее говорит о том, как низко пал Путин, что встречается с такими, как Евгения Гуцул. И все ради того, чтобы сыграть на самолюбии гагаузов и внушить им, что они особенные, в смысле гагаузы особенные, и должны противостоять молдаванам, которые никогда против гагаузов ничего не имели и не имеют. И продолжают спокойно терпеть антигосударственные провокации, исходящие из Гагаузии. Ради чего в 2014 году гагаузы выходили и голосовали на референдуме за Евразийский союз? Где этот Евразийский союз? Где обещанные российской пропагандой и гагаузскими политическими проходимцами блага, которые должны были на нас посыпаться в случае, если гагаузы проголосуют за вступление в таможенный союз? Формозал живет в Германии, в центре Европейского союза, а не в России, центре таможенного союза, за который агитировал. Ирина Влах, благодаря референдумам, стала башканом, а ее семья стала одной из богатейших семей Молдовы, построив бизнес на экспорте зерна. 10 лет назад, как и сейчас, гагаузов накачивали теми же страхами и фобиями перед Европейским Союзом, перед какими-то нетрадиционными ценностями, что бы это ни значило, якобы навязанными или навязываемыми Европейским Союзом, перед страхами перед пресловутой Унири. И сейчас повторяются те же самые тезисы. Гагаузов пугают ровно тем же, чем пугали 10 лет назад. И что получила Гагаузия, проголосовав за таможенный союз, поверив российской пропаганде и гагаузским политикам, которые носились с референдумом и таможенным союзом, как с писаной торбой? Ничего из того, что они обещали. Вопреки этому, перед Гагаузией открылись рынки не в таможенный союз, а в Европейский союз, против которого проголосовала Гагаузия в 2014 году. Неужели Россия считает гагаузов настолько ограниченными и недалекими, что используют одни и те же сказки, страшилки и мифы 10 лет подряд, не вкладывая ничего в развитие автономии и настраивая гагаузов против тех, кто реально помогает Гагаузии? Я все еще верю, что гагаузы могут понять, где и кто их обманывает, и кто нам истинный враг, а кто друг. Гагаузы не пойдут на революцию против Шора, это понятно, особенно учитывая, что вся гагаузская элита куплена хозяевами Шора в Кремле. Но у гагаузов будет шанс наказать тех, кто их обманывал столько лет, проголосовав на этот раз за Европейский Союз, а не за мыльный пузырь таможенного союза. Этот шанс предоставится нам всем осенью, 20 октября, на референдуме. Так давайте же не упустим этот шанс.